Входной день для батальона стал торжественным и праздничным. Один из запасников принял присягу и поклялся защищать Беларусь и ее народ. Все согласно уставу, с оружием в руках и в присутствии личного состава. Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Естественно, волнительно. Вот какая-то дополнительная ответственность, наверное, появляется. Осознание того, что ты причастен к чему-то большому, не только к гражданской жизни, но и к воинской тоже. Вот, к защите Республики Беларусь, своей семьи, своего народа. После бойцов поджидал еще один сюрприз. На этот раз творчески в гости приехал академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Беларуси. В репертуаре военно-патриотической композиции, эстрадной песни, танцевальные номера. Задача, что ни есть, очень важная. Поднять боевой дух военнослужащих и также хорошее настроение для выполнения боевых задач. И где наша армия, где наши вооруженные силы, там всегда и мы. Позови меня на закате дня. С хорошим настроением можно и в бой. Далее у запасников активная фаза учений. Напомним, в Беларуси продолжается проверка войск территориальной обороны. Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.